50 погибших граждан Таджикистана были отправлены из России на родину, чтобы родственники имели возможность их похоронить. 50 тел погибших соотечественников были перевезены в Таджикистан специальным грузовым автомобилем, сообщает посольство Таджикистана в России. Причины смерти граждан Таджикистана не уточняются. Депредставительство отметило, что данная перевозка стала возможна после выполнения ряда официальных запросов и оформления других срочных документов. Посольство Таджикистана выразило благодарность соотечественникам в России, которые оказали помощь в этом нелегком деле.